Однажды, блуждая по туманному Лондону, Огарёв наткнулся в пабе на молодую англичанку с выразительными глазами. Проститутка Мэри Сеттерленд ждала клиентов. Ее муж-матрос сгинул, и надо было как-то кормить 5-летнего сына. Подсев за столик, Огарёв вдруг стал рассказывать о себе, а Мэри молча кивала. Потом он уснул в ее убогой каморке. Сняв квартирку, они поселились вместе. Мэри стала для Огарёва всем – помощницей, нянькой, медсестрой во время припадков эпилепсии. При этом Герцен, который увел супругу Огарёва, выражал свое презрение этой падшей женщине. А однажды в дом Огарёва нагрянула его бывшая жена и закатила истерику, стала требовать, упрекать, плохо отзывалась о Мэри. И тут всегда кроткий Огарёв взорвался и выставил жену за дверь. Больше они не виделись.